смотри. Видишь, какая? Да? Вот я приехала, люди с этого, зенцы. Сейчас буду, как это говорится, фарбаться, да? Нет. Меня очень много людей спрашивало, какой фарбой я говорю всем. Вот, видите, Лореаль. Я только ее очень сильно люблю, эту краску. Вот, фарбу. Да, 8-12. Я ее очень сильно люблю. Не знаю, почему, но вот так вот. Вот мои лепые волосы. Вот видите, какая я. Скажите все, напишите, что, Господи, Боже мой. Но перед тем, как мы начнем, я вам расскажу еще один такой секрет. Мы фарбу развели. Вот. Смешали все. Хватит. Но перед тем, как краситься, берем и волосы, вот это особенно, вот эту часть, не корни, корни вам не надо, а вот эту часть надо. Вот так вот. Фатима, а что ты меня не спрашиваешь? Короче, как у нас есть встреча. А, да. Все чекаем, все чекаем. И вот так вот мы это все сделали. Добрый гадик. Добрый гадик. Гадик. Стойно. Чекай. Как это было? Ой, было. Лепо было. Купила. Купила себе кафу. Кафу. С млеком. Млеком. Знаешь? Да. Вот. Это мы убираем. Сейчас мне купила. Чекай, ты тебе купила. Смотри, сюрпризы. Она только и чекает, что купила, что купила. То, что я круассан, блин, жду 13 дней. И потом... И потом, люди, мы берем самое первое, белая краска. Плава, да? Как вы наговорите? Плава. Фарба всегда красьте спереду. Всегда. Вот. Посидел. А, купила. Вот, мы с вами видел, давай встречи с теми, не через что так кажешь. Чекай. Чекай. Ну, ах ты, такая вот что. Быстрая. Потом мы берем вот так вот. Да, ну, ставим нормально. Тебе сейчас нельзя, тебя потом еще покрасим. И... Здравствуйте, а тебе? А, купила я себе, значит, кафу. Я. Вот. Потом, значит, круассан. Круассан. С вишней. С вишневым. Угу. Вот. Далее. Пошла на вашу речку, в Босну. Добро. Нашла там скамейку, ну. Купицу. Да. Вот. Добро. Села. Села и пила кафу, ела. Ела круассан. Позвонила я дочке Сюзанне. Попричала с ней. Она на работе. Я. Радит. Вот. Но она тоже, у нее был маленький-маленький перерыв. Вот. И она тоже попила кофе. Кофе со мной. И мы попричали. Я каждый день, Фатима знает, каждый день притчаю с Фатимой. Фатимой я не то, что каждый день, я с ней, наверное, и ночью притчаю. Сюзанна, каждый день. Ты мне скоро снись. Доброе утро. Даша, дорогие. Ой, Боже. Так, вот. И потом позвонила мне моя другарица. Я? С Одессы. Ну вот. Слушай. Спрашивала, как ты, что ты, вот, все ли у меня хорошо, добро. Вот. Потом позвонила мне другая другарица. С Канады. Вот. Тоже пытала.
как ты, что ты. Ну вот. И? Тоже добро. А потом я допила кофе. Ты чекаешь, да? Потом я допила кофе. И? Вот. Устала сидеть. Досадно все. Досадно было. Вот. Одна отморила трохи. И думаю, пойду я в магазин схожу. Продавница. Продавница. Вот. Мыслим. Что ты мыслишь? Что ты мыслишь? Да, ничто не мыслить. Вот. И думаю, так, пойду схожу в продавницу, посмотрю моей Фатиме. Вот. Что посмотрю, Фатима? Эти всякие штучки. Фатима у нас, знаете, что любит? Фатима у нас любит всякую такую интересную бижутерию. Вот. Там браслетики, колечки. Такое. О, не просторявые. Я не говорю за это кольцо. Я тебе разве хоть слово сказала за это кольцо? Нет. Это твое обручальное, когда вы женились, да? Да. Ну, конечно, я наверное. Оба мой, конечно, уже мало, мы это любим. Да. Вот. Конечно, все удалось. Удалось? Уже мало. Ну вот, удалось. И трое детей. Смотришь, какая красота. И я ей купила один такой сюрприз. Но она его еще не знает. Видите, чекает. Когда же я перейду к нему. Но это вы увидите в следующем видео. В этом видео мы красимся. А она пускай чуть-чуть, я ее это вот. Да, мне люди мои. Что-то рядом с ним. А ты знаешь, хаст. Ельмы купила тоже. Один приз, этот, как это сказать? Подарок. Да. Вот. Он нас любит баловать, да? Нет. Вот. Ну и мы должны его тоже иногда побаловать, да? Получить. Но это они увидят все в другом видео. И твой подарок, и его подарок. И твой подарок. Мой подарок, вот, я краску себе купила, вроде, и покрасилась. И сейчас, вернее, покрашусь, вы увидите, какая я буду. Ну вот. Это да, я не могу все вам показать в одном видео. И краситься, и подарки, и рассказать, как я отдыхала в Зенце. И вот мы намазали теперь, Фатима, видишь? Yeah. Этот весь вперед. Я остатки там. Чекай ты. Остатки. А ты не думаешь, что концы надо тоже когда-то красить? Или так и оставим? Потоку. Как вам? Это корень кривый был. Чекай, тут еще знаешь что? Подобро. Тут еще мало осталось. Чекай. Тут вот так вот. Сейчас увидишь это все. Знаешь, почему мочится волос? Чтобы они чуть-чуть осели. Такие, знаешь, были. Это вот. Так вот. Так вот. Ты знаешь, как приятно домой приезжать. Так вот. Так вот. А, я смотрю ручи. Почему тебе в ручи? Потому что ручи, а другим рукам. И что мы делаем? Следующий момент. Следующий момент мы одеваем люди перчатки. Ой, этот момент я вообще не люблю. Смотрите, какие они. Вообще. Рукавиц. Тин-тин-тин. Классные, знаешь, вот это вот на поле, когда травку там, например, щипать. И что? Мы продолжаем. Берем вот так вот. И вот так. Все вымазюкиваем. Вот так. А видите, как уже пошел вперед краситься? Нет.
Вижу, мы с вами тут каких-то 5 минут. И вот так вот, вот так. Вот тут вот обязательно все. Хорошо, хорошо. А? А мне вот просто. А, там никто не увидит, да, когда волосы... Хочет их. Вот так вот. И вот так вот. Это все мы вытягиваем. И опять же вот так вот. Короче говоря. И вот так. И вот так вот. А что ты кривляешься, слышишь? А? Смотри. Пойди на русло. А, я тебя не учись плохому. Юханый бабай. С дуба рухнул. Ты. Вот так, все вытягиваем. Видите, как у нас? Вот посмотрите, везде все прокрашено, да? Да, все прокрашено. Ты просто. А ну смотри, здесь иди. Все там покрашено. Сюда. Все. Тебе сухой. Видите, как раз, 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 раз. Короче говоря, закрутили. Happy New Day. Що сам рекав тобі? Надо приведу люди. Добре, на ну, добрий вітер. Добрий вітер, добре, добре. Добре, я лахаю. Ти за сетан, я лахаю. Happy сетан. Happy сетан. Не happy. 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 New day. New day. Sretan novi dan. Ljudi. Meni nesreta. Jana otišla u Zenicu. Interneta nema. Pišem, tamo mi samo na jedna kvakica. Nemaju ni dvi da je otišlo. Zovem, vjerovatno je smanjila se i u torbicu. Kako bilo, ja hoću par pitanja vama da odgovorim. Nema veze, pričat ćemo kad dođe šta ide. Prvo pitanje ide ovako, glas user. Pa gdje su ona auta što ste pričali da ćete kupiti? Audi, BMW, Mercedes. User. Auto ne možeš kupiti kako ti hoćeš. Možeš, mogu ja sad otići kupiti auto. Problem je velik, šta ćeš kupiti? Onaj... Imamo nijet i ako Boga ubrzo, trebali bi da kupimo neku mašinicu sebi, da imamo fino auto, stabilno auto, porodično auto. Ja čak pucam na nekog dobrog karavana, nešto. Radi stvari, trgovina, jer ja kad odim u trgovinu, baš velika potrošačka korpa me izađe. Tako da karavan auto je sasvim okej, da ne bi tu bila neka limuzina i ono tijesno i svašta nešto. Vidjet ćemo šta će desiti. Next question glasi. Šta je ovo izađe, ba joj mama draga. Nek smo doživjeli da ti u kuhinji, a žene odmaraju, valjda ne znaš pisat, jarane, pa ja bo, ajde. Nek ste doživjeli da sam ja u kuhinji, a kao žene digle sve četiri noge. Znači, ljudi moji, ja sam uvijek tu da pomognem svojim ženama. Ponijelo mene, mislim, razumiješ? Ponijelo te me. Onaj... One to znaju, ja hoću i usisat, hoću i pospremit, hoću i veš razastrat i sa štrika skinit i pomotat i spremit da jedu, što da ne. Moja porodica, brate, ja se borim za njih.
ja živim zbog njih, ne živim ja zbog tamo nekog desetu. Ja živim zbog svoje porodice, da je nama svima dobro, da... Znači, želimo dobro svima i ne znam što meni želite zlo. Sljedeće pitanje glasi. Ma bolje je tebi da ostaneš u kuhinji, njih dvije svakako ne znaju ništa kuhati. I slažem se s tobom. Slažem se s tobom, onaj... Mnogo komentara sam dobio da onaj... Mnogo bolje ja kuham i mnogo bolje ja objasnim kad se kuha i da eto spremam ta neka jela koja su baš na tradiciji Bosne i Hercegovine, ajmo reći. Eno, upravo sam neki dan dobio još jedan komentar da pravim potkrižu. Ja, većina vas zna šta je potkriža, kako se pravi potkriža, ja je znam napraviti, napravit ću ubrzo. I to je jedno tradicionalno bosansko jelo, tako da ovih dana ću ja i nadalje mislim da ću provoditi vrijeme ja najviše u kuhinji, jer i djeca sama govore, babo dobro kuhaš, nako ovako, pa i ja malo zafrkaj, možete li vi svojim ženama kuhat. Onaj viće hoću, onaj govori neću, tako da onaj, vidjet ćemo šta će se desiti. To je stvarno želim. Sljedeće pitanje glasi. Evo, Jozef, ti mene interesuje kako će Arnel bez tebe kad ti odeš u reality. Ali ko je tebi rekao da će Arnel uopšte biti bez mene? Nismo na distanci A i ti. Ti fataš 87,8. A ja nisam ni blizu te onaj frekvenciji. Tako da oglašće se Arnel putem svog kanala i putem svog videa jednog da vas obavijesti detaljnije sve. Ne bi ja da govorim u njegovo ime, ali nemojte biti sigurni da će se Arnel odvojiti od mene ikad. Ili ja od Arnela. Pa ljudi jedva čekaju da ću bilo što. Tu da neće doživjeti. Tako da. Evo baš jedan komentar. Bravo, ali meni nije ti ništa teško. Sve ti ide od ruke. Dobar kuhar, samo naprijed. Pozdrav vam tebi i srce. Tako. Eto viš kakve komentare ja dobivam od žena. Ovo se žene ba. Meni je žena danas poslala jednu poruku. Jučer, prekućer, kad sam dobio poruku, sad ću vam ja tu poruku pročitat. Evo Azra Nurkić, bravo, izgleda preukus. Što jest, jest, stvarno se pojede sve kad napravi. Ivana, ja. Ćao, Medine, gledao sam tvoj video kako praviš čufte, super izgleda, možeš li mi poslati recept? Ja nisam poslao, zašto sam jučer baš bio u obavezama velikim. Cijeli dan smo proveli u Zenci, imali smo jako puno posla, ja i Arnel, tako da onaj, danas ću se potruditi da ovo Ivani pošaljem detaljan recept kako šta gdje, pošto većina ljudi moj video ne gledaju od početka do samog kraja i onda ne razumiju kako je se desilo ono jedno čufte, prijeliv onaj tako tu, pa ću ono i napisat. Od početka do kraja kako se to u stvari pravi i nek pokuša. Vjerovatno ću ja dobiti od nje informaciju da li je to bilo ukusno, da li je se to njoj svidjelo, njenoj porodici, nemam pojma. Uglavnom, bit će sve oki doki. Elmedi, ne mogu dobiti taj ID da igramo PUBG-a? Ne može. Ne može, druže. Ja igram PUBG-a isključivo sa par osoba samo. Jedna od tih osoba je Arnel, s kojim igramo u svaki moment kad nađemo sebe vremena da odmorimo, igramo PUBG-a, znači. Ja i Arnel smo tu i definitivno, a ako nam se ko priključi dobro i jest, imam već samo zahtjeva puno koje ignoriram. Tako da ljudi, mi se vidimo u nastavku, mi ćemo sad
sačekat jano da vidimo, hoće li doći sad, možda neće ni doći, ne znamo ni gdje, ni šta je, pa onaj, vidimo se u nekom drugom videu. Dobro, evo, ljudi. Jutro. A mi, kak svegda, veseli. Kako? Što da tam komotraš? Kako, kad? Все у нас добре. Вот так вот. Зай, доброе утро. Добре. Хватит тебе там... Позвонит на спал. Много смотришь? Пуна глядаешь? О. Жена время. Ах ты, ёхали, баба, эти жены, 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 жены. Скажи доброе утро людям. Доброе утро, Валан. А знаю, да утро не есть. 12 на вечер. А ну что с тобой копью? Гарно бой. Что такое? Что случилось? Почему не спал? Запил на конту целую ночь. Что хочешь ты в Зенце? А. Боишься? Люди, оде она в Зенце. А вы сама? Знаете, люди сама идут. Можете видеть Яну сам в Зенце. Что идешь? Хочу... просто прогуляться. Хочу... Босянский. Босянский. Хорошо. Хочу... отморить. Отморить? Отморить. От кучи. Ага. От свечи. Ага. От, это как бы там, краставицы, парадайса, морквы, ну, вот это, компира, вот это вот. Просто прошататься. Ага. Правильно я сказала? Я. Вот. Попить кофе. Вот. Джевапа я не хочу. Ты знаешь, что я... Добро. Посидеть около вашей этой речки. Как она? Босна. Босна. Ага. Река Босна. С кофем. На скамейке. Как скамейка, по-вашему? Столиц. Столиц. Ага. Я еще не выучила, люди, извините. Сори. В столице посидеть. Вот. И потом ближе к вечеру приехать домой. А что доле найдется некий мужкарец? Какой мужкарец? Приди, рекни. Jana, jesi lijepa, nako ovako, ja tebe gledam na YouTube, ajmo mi popit kofi. Hoćiš pit kofi sa njim? Ja, znaš kak, odvečem. Kako? Izvinite, ja zamužem i u mnja muž samoj lučiji. Znači, ona će njemu reći, ja imam muža, u mene muž najbolji. Vot. Aha. A onaj, ti misliš te treba odmor, jel ne? Треба, конечно. А мені Фатимі не треба. Чекай. Ти коли йдеш на одмор? Чекай. Я? Минутку. Одну минутку. Ти коли йдеш на одмор? Добре, йду за ньому. Люди. Видите? От. Іди. Значи, люди, ево рекла. Hoće šetat šopingom, шетат градом і направити ће себе кофі ту го. I ide kraj Bosne da pije kafu i sjedit će na onoj stolici kraj Bosne i dole. Tako da znate gdje mi možete Janu uslikat i poslat mi slike da vidim gdje ona bila. Ona je... Ej, pa vidiš, nije to loša ideja, mogu sam gledati. Mada ćemo onaj... Imamo mi čovjeka koji će to sve nagledat i pratit. No, začem? Nijed. Jo, tako hoću. Nijed, nijed. Jo, tako želim. Neće ti ni biti niko je oništao. Tak нельзя. Надо, понимаешь, вот смотри, вот у меня же нет такого человека, чтобы за тобой, вот когда ты идешь на одмор, и он за тобой пратит. А мне надо одмор отдать у Зенцу. Я не идем у Зенцу. Не, когда ты вот, например, с Арнелом... Я идем у Зенцу с Арнелом, увек послом. Почекай. Вот вечером ты идешь на кафу. Не идем. Ой, лажаешь, ой, лажаешь. Не лажи, колется на кафу. Ах, ты тоже лажаешь, а? Я вас сейчас двоих. А ладно, наконец. Когда ты идешь на кофе? Пази, я одем у Зенцу послу. Да. Обавим послу и у повратку кучи я Арнел попьем кафу.
Ja nikad nisam moći u Zenicu, odo ja s Arnelom na kafu. Eto, meni naupala kafa i odo ja pit kafu u Zenicu. Nije. Uvijek sam išao nekim poslom. Obavim jedan posao, drugi, treći, popijem kafu s Arnelom. Pa vidiš... No, odo je u minja pasol jest. Nije, na primjer, kupit... Dobro, da ćeš mobitel da provjerim tamo sve, da... Znaš ti malam ti pratnju i možeš ići. Što tako je pratnja? Ne skiraj si ti. Ljudi vam mnje ne doverjaju. Ti mnje ne doverjajuš? Ne. Ne. Zašto? Ja vama ne vjerujem. Čim izlažeš ti iskući, ja vam ne vjerujem. Zašto? Zato što mi niste na očima i ja vam ne vjerujem. A ti u nas kada nije na očah? To je do vas. Hoćete li meni vjerovati? Ah ti, Jokta. Juhani baba je, kako to skazati? Baba žemo bez niska. Čekaj, čekaj. Idi. Ja sve znati gdje si šta si. Panjatno je djela što ja i na Ukrajinu pojehao. Ja ću dobiti slike gdje se jediš. Uvidiš, ja vyberu lijepe mjesta. S kofim. Rijeka. Вот. И просто посидеть. Угу. Отдохнуть. А как это? Отморить. Ок. Но на меня долго не хватит. Знаешь почему? Потому что моя голова ага. будет всегда дома, кучей. Ага. Вот. Ага. Как дети, как Фатима моя, как ты? Я хорошо. Знаю. Ты с Фатимой остаешь. Напомню, чем его. Кого? Я и она бить че землю трясу вишницы. Вау, супер. Самое главное, чтобы в Зенцу не дошло. Нече. Почему? Это. Это. За что? Уж мы купите что в Зенце. Это сюрприз. Не скажу, не буду говорить. Сюрприз? Да. Не скажу, даже не думай. И Фатиме хочу купить сюрприз, и тебе хочу купить сюрприз. Будет это все для вас и детям. У меня же пара, не имеешь. Нема у меня пара. Люди, ну я сам не обещала купить, а я сам. И не красана, я сам то, что она рейд купит, сам я три лет. Ну это за краса, да? За меня за краса. Но ты все равно краса должна, должна, должна. Угу. Не надо мне тут ля-ля. Ништо, люди, мы се видим у неком другом видео, онай. Тако да, ево, испратит ћемо Јану да иде у Зенцу. Па надамо се да ће нам се врати у Вишнице, јел? Вальда није нашла неки автобус што вози из Зенца у Украјину. Не знам, ја, видит ћемо. Uglavnom, pratite nas jer ovo bi moglo biti jako, jako, jako simpatično.